Собственно, второе. Берем. Цифры есть. Цифры до хера. 4. Причем все во второй части. Мать можно удалить, подожди. Мать, думаю, тоже можно удалить, наверное, после в конце первой фазы. Наверняка можно. Просто никто не пробовал, очевидно. Можно? Заебись. Причем там вторая фаза довольно душная, она довольно долгая. Так что это звучит тоже довольно полезно так-то. Только опять же там, сука, хую убьешь ее. Там же нет хп-бара. Это пиздец сложно. Просто спамить ластиком в конце. Там попасть, я думаю, просто удачи, наверное. РМСМ. Музыка сайта пошла. Страшно. Да ёпта. Так, Trinity щит и ремоут. Так, скорость 76, 77-3, не 3, 34, ты говна, короче. А, там было диджитс, ладно, забыл. Потом можно переделать. Там все равно еще вариант один забыл добавить. Потом можно будет переписать. Жрём! Жрём. Full health. Какому щиту доверять? Наверное, могу, но не хочу. Ему доверие. Да. Это сегодня уже было, только ничего не... Блять! ХП вниз. Бля... У меня теперь может одно ХП из-за этого. Теперь это, возможно, одно ХП. А может быть два, может быть было три карас. Может у меня было синее ХП, кстати. Я, может быть, два красных, одно синее снова. Такое тоже возможно. 15 бомб, 2 ластика. Ну, звучит, да. Звучит не сильно. Не сильно классно звучит, конечно. Говорю, можно просто, типа, на похуй пытаться ластики, знаешь, закидывать, если это финальный файт. Просто по наитию, кстати, Тарума меня убьет. Нет, Тарума нахуй убьет. Охуеть. Охуеть, эта комната просто пиздец плохая. Как я сейчас нахуй здесь не сдох? Пиздец, сейчас меня костер спас. Эта рома просто ничем не контрится, когда у тебя такой хуёвый DPS. Она буквально ничем не проходит. Эти ебаные мухи тебя просто ебут. Эти желтые мухи. Удивительная комната. Так, ладно. Два раза прошел, это просто повезло. Это на самом деле просто повезло. А еще есть рома хуже, которая в кейфсах. Там, где хуйня летает и муха их спавнит. Вот это еще хуже комната. Ты их просто убивать даже не успеваешь, когда у тебя вот такие статы. Там тупо бомбы нужны. Кошку отрывайся.
Ты голову взорву и тело сразу. Перчик, работай. Перчик работает маленько. Не сильно, но работает. Куда ты отошел? Псина. Стоял. Надо хилиться. Не надо этого делать, иди нахуй. Симпоминг умрут. Окей, это отлично. Окей, ну и что там по хп? Не, по хп все нормально. Было два красных, окей. Такая была страшная потеря все же. Вау. Так. Надо потрогать, но пока не нажимать. Хотя, в принципе... Не, пока не буду нажимать. Статы меня тоже устроят. Сам. Бомбы похожу. Бомб тоже довольно мало. Ты кто? Десятка. Rules card. Еще. Ты что дашь? Я же пока по лицу не получал, да, ведь? То есть, в теории, я еще пока на удачу претендую, но... Верю, конечно, в это довольно слабо. Но вроде пока еще претендуем. Спайдер-мод секретно улучшает для Беттани. Получается так, да. Всем хп показывает. Удобно. До этих приколов с ластиком. Так, я, возможно, готов эту руну схипнуть. Вот эту руну я, по-моему, до сих пор не понимаю, как проходить. Как ее проходить? Блять, сука. Пиздец. Просто пизда. Что это, блять, за проход такой охуенный? А, это был мой костер. Ладно. Думал, это другой костер, который тушить нужно. Что-нибудь хорошее. Хелсап. Ну да, там шипы есть. И две книжки на хп. Ну да, наверное, да. Шли сразу умирать, наверное. Наверное, да. Однажды я так сундуки перестану открывать. Однажды. Наверное, уже сегодня. Так, 6 тычек будет мало. Я уже был на сделке. Ой, это хорошо. Это очень хорошо. А хп у меня красного нет нихера, да? Только половинка и все.
Это печально. Это все еще печально. По-моему, там не хватает, да, на 7 тычек. Там мне уже будет на шеду надо будет тыкаться. И это довольно больно и неприятно. А, не, нормально. Нормально, окей. Тогда, может быть, хватит все-таки. Хотя я не считал. Не считал. Это была пятая. А, ну заебись. Я умру, видимо, на тычке 7 как раз. Либо хп, либо айтем получу. Тот самый редемпшн, видимо, нас ждет. О, Иуда даст прям до хера. Прям до хера даст. Да хорошо, сейчас будет стопы очень паршивые тены были. А? Все-таки, может, тут не шанс, а гарантия реально, что он дает редемпшн. Я что-то, может, путаю. Казалось, будто там, типа... Подожди, у этого тоже глаза красные, хуй. Забавно. Казалось, типа, там шанс, типа, на редемпшн когда-то залочил. Я уже дважды получаю подряд, по-моему, редемпшн. После лока. Все-таки, может, там и гарантия. Понятно. Ну вот я тоже дважды нашел. Просто мне казалось, что вроде как-то я получал айтем. Не редемпшн, в смысле, после того, как залочил. И такое бывало. Так, ладно, пошли дальше. Так. Там написано Dead Goody. Текстом. Видите, слово может появиться. Короче, не вижу информации по поводу, гарантирован он или не гарантирован. Непонятно. Но может быть и гарантирован. Нет, тень, конечно, лютая. С этими глазами красными. Страшно. Вот сейчас, может быть, я зря нажал книжку. Ну хотя все равно я залочил, ладно. Да ты уже у меня нормальные. В общем-то. Power pill. Я подумаю, тоже проблем не должно быть. Ты тыкаешься в шипы на том же этаже. Где залочил, то может быть ангельский предмет. Информация интересная. Минус хп, здрасте. Уже второй минус хп. Че, я думаю, книжку заветно оставлю. Пригодится. Что-то ключей нет, да? Забавно. Забавно вышло. Где все ключи? Что-то их... А! Тут у нас чады. Вот, я пишу, не ожидал. Вот это благо, это мы так и так бесполезные. А я, кстати, ничем не рискую, правильно?
так сделаю. Пизду нахуй. Видно страшно. Тут ошибки дорого будут стоить. Одна ошибка, и ты ошибся. О, это я теперь могу проверить. Ура! Все-таки собрали удачу на перчик. Со второго сегодня разу. Ура, и ключ дали. Если два ключа, заебись. Все. Оно. Здрасте. Здрасте. Ну-ка. Картишки. Which grows можно взять на зверя. Ага. Фига себе денег. Что? Фигеть. Ладно. Планетарий навряд ли. Где? Я уже нажал маппинг. Тут планетария нету. Так, я могу еще одну эту руну скипнуть. Я ж там скипал эту руну? Я не помню. Наверное, скипал. Или нет, подожди. Или нихуя не скипал. На втором этаже. Не помню. Не, я думаю, я оставлю эту руну. Похуй. Билд-то так есть. Билд вроде есть. Можно маленько поскипать. В этой руме всегда скипаю удачу, в основном. Ебучий магнитный понос. Или в шипы, или в костер улетаю нахуй. Ну пока прям с кайфом идем. Но все же мантия нужна. Хотя бы даже одноразовая. Уже было бы неплохо. Так, я опять, сука, бегу прям в костры. Я нихуя не понимаю, где какие костры. Так точно уебусь. Однажды в костер, который не мой. Я их нихуя не различаю. Вот тут уже, возможно, будет планетария. Но это не факт. Вот тут можно, кстати, полазить. По этажу. Вот у меня хорошие таблетки. А, хорошие таблетки. У тебя лепился. Охуенная таблетка. Полетали. Да, тень реально такая себе. Она еще капец из-за глаз еще больше отвлекает. Этих огромных красных глаз. Наркомана. Ну, глаза еще более красные, чем у меня даже. У меня глаза типа не такие красные. Не так сильно выделяется вроде у персонажа. Тут прям какая-то жопа. Прожарили. А, у меня же теперь еще опсы, господи. О, кстати, я же могу забрать книжку. Дай, блядь, ай, блядь, хаааа! Хуесос, блядь, крампусовский. Ладно. Я запаниковал. Ебаный спин, еблан. Нихуя себе 3 дэмэдж. Нормально. Удача, в принципе, маленько будет, наверное, работать. Я с собой заберу на Белиал. Когда вернусь на зверя. Потому что на зверя дает на зверя забег. Там с собой заберем. Ит. Кстати. Будут фокусы. Не, не будет фокусов. Грида не оказалось. Лень проходить.
Долго. Да, теперь у всех глаза красные. Подожди. У всех красные глаза теперь, вообще у всех. Что-то прикол. У меня кринж-пары, у Бэбика из коробки и у Тени. Все красноглазые. Страшно. Я там уже планетарий-то не понял. Да его уже найду. Не дай бог я где-то его оставил. Ладно, в пизду еще этаж скипнем. К тому же гарантия скоро будет, по-моему, уже. Стопроцентная. Так мне нужен маф. Уже думаю не будет. Тем более после потери. А, окей. Подумал, что дальше получу бонус. Стоп, что? Охуеть. Пробуем. Окей. Теперь, по крайней мере, можно не париться по получению урона. Есть плюсы. Просто можно ебошить. Так, ищем телепортацию. Ее нету. Тут ее тоже нету, хотя было похоже. Вторая секретка, наверное. Никакой нет секретки. Ты... Тварь? Ты тоже тварь? Ничего не вижу. Белый хп окей. Еще скорость окей. А вот он в комментарии. Тут шанс, по-моему, уже 100% или 80%, по-моему, был. Не хочу уран. Я, конечно, пройду с этим айтом, но смысла, наверное, нет. Уже. Нихуя себе. Вот это сейчас подождите. Вот сейчас никакого урануса и не будет здесь. Не. Ну не. Ну не. Ну, ну вот это давай, ладно. Не Меркурий, но пойдет. Тоже пойдет. Это уже больше похоже на оно. Полагаю, очень легко можно поломать пул этого планетария. Там этого всего сколько, 8 или типа того? Там реально можно даже с одного автомата в теории поломать, наверное. А что будет идти, если ты поломаешь пул планетария? Пул этого рума, да, она будет идти, наверное, дальше. Вероятно. Не помню, я ломал? Помню, как-то я ломал пул планетария. Мне кажется, такое явно тебя бы разбило за всю историю этих стриков уже. Явно такое бывало. Скорее всего, да, это брума пойдет. Вероятно. Тупо этим румам. Чуть. На этом этапе уже. Игра закончена пока что. Так, этому руму начиная с Депс 1, да, я скипал. Штуки 3 или 4 подряд. Лол. Ушло. Мешок, мешок можно было, да, взять, но... Хотя на самом деле, подожди, мне мешок был нужен. У меня ключей нихуя нет. Кстати. Мне был нужен мешок. Я зря не взял мешок. Все, у меня теперь ключей нет. Лол. У меня ключей вообще нет. Ошибка. Ошибка. Мне нужны были ключи. Мешок был нужен по итогу. Теперь нихера не проверю эти айтем румы.
В смысле, я скипал кучу этому рум. У меня, конечно, билд есть, но все же хотел их проверить. Так или иначе. Что билд готовый, но всегда можно сделать лучше. Уже маленько получше сделали. Кейвс 2 скипал, Кейвс 1, по-моему, тоже скипал. Надо с книжка. Ну да, я, наверное, так сделаю. Пойдем с книжкой на... О! Тиммер курсор на экране. Не убрал мышку с экрана. Ты поверил? Я даже почти не обманул. Курсор есть, но есть нюанс. А, у меня еще и Хьюги Гроус. Понятно. Только карту забыл. По-моему, это все, да, этому руму? Вряд ли я на Basement 2 скипал этому руму. Не, это вряд ли. Хотя... Не помню. Не помню, там не скипал ничего. Скипал, реально, еще и там скипал. Ладно, благо сын ударил он ключ. Да, скипал. Ой, нас какая-то микроволновка, бэбик. Что? Микроволновка, бэбик, такой есть. Отлично. Да! Ругица греет, видимо. Бля. Я сейчас посплю, и ХП нормально будет. Максимально будет ХП все равно. На, я сейчас посплю. Как раз будет фулл ХП. Считай, сыграли оптимальный ключ, у нас ставили. И Тирзу дали, ну ёб твою мать. Ни хрена себе. Прям прекрасно. Еще и таблетки хорошие, еще и галп, который мне ничего не дает уже, ну ладно. Какую бомбу надо, интересно, на эту базу? Хотя, походу, нет смысла ставить бомбу сразу. Он как будто дэмэджа получает меньше почему-то. В самом начале файта. Странная херня. Или кажется так, что он меньше дамага получает. Куда больше здесь бомб на востоке. Первую фасу. Или почти 10, может быть 15. 13, возможно. Это суккубус, бэбик, подожди, что? Так, это суккубус. What the fuck? Отлично смотрится. Я знаю, просто хотел проверить, сколько бомб надо на первую фазу. Чекать. Говорю, мне что бомбы нравятся на первой фазе. Я что-то в последнее время стал бомбы использовать на первую фазу. Ой, телек вырубили. За неуплату. Теле. Фигит шары огромные. Кстати, тень все еще живая. Видимо, немного урона получила за забег. Сейчас, может, на двери умрет. Возможно. Я был
Да, господи. Умирает медленно. Да я не сразу, он нормально умирает. Не прям сильно уж медленно. Просто броня вы же все. Все броня. Поэтому не совсем тает. Плюс перчик все-таки Паша тоже не на максимальную мощность. А все, сдох, кстати, челик. Я сказал, что он сдохнет. Все. Тень-тень сдохла. А! Это его так откинуло? Лол. Там гусеница куда-то просто ушла. Бросила куда-то в космос. Тысячу рублей и еще один забег делаю. А так нет. А так я уже ухожу. Забег седьмой. А где осколки? What? А что так мало осколков? Ты же что за хуйня? А где осколки? Почему их так мало? What? Почему было так мало осколков на финальной фазе? Это из-за чего? Перешис. Из-за глаза? Это заморозка так влияет? Забавно. 152. ГГ.